Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и вы смотрите игровой канал «Вредного енота». Мы продолжаем с вами играть в игру Beholder. Мы только что выселили наркошу. Ну как только что? В той серии мы выселили наркошу. И мне тут буквально пока загружался, я прочитал такую интересную подсказочку, что после выселения... Так, это мы, по-моему, читали, да? Да, это мы читали. Вот, что после выселения появляется ящик с вещами жильца, который можно безнаказанно взять. Вот он, кстати. И после ремонта этот ящик пропадет, поэтому давайте мы сейчас облутаем. Ох, ты не что себе. Ой, как хорошо-то, а. Подожди, а что такое? Кости. Подожди, это же подкидывать можно, да? Походу, да, вот это точно, я думаю, можно подкинуть будет. Так, так, секунду, значит. Отремонтировать квартиру номер 2, заселить. Так. Задание. А, вот. А чё так дорого? Ладно. Блин, на вас. А чё так громко? Ладно. Что-то громковато, как ложник. Ну, не принципиально. Так, запрещено хранить иностранные деньги. Запрещено хранение Пола Уильямса книг. Хорошо. Так, квартира 04. Ну-ка, что у нас есть? В принципе... А, давай заселим, как её заселить. Так, кто ещё? Вот с этим я разговаривать больше не буду. Как вы помните, из демо-версии он нас жестко подставил, потом еще убил. А что на него обиделся? Давайте сделаем вот так вот. Вот. Хотя, в принципе, а что нет? Смотри, нам денег дали, полторашку. Давай отремонтируем всю эту хату. Блин, а что так громко, реально, честно? Дайте у себя убавлю. У меня очень громко. Так, засели. Ага. Папа, Неду, блин. Ну, хер на тебя. Вообще не будем мы с твоими, если что, с серыми связываться. Это, кто не знает, я немножко спойлерю. Кто не знает и так далее. И быстро как бежит, ищет демо-версию. Она у нас есть на канале у меня. А, и смотрит, почему я его не люблю. Мое почтение. А, что продаете сегодня? А вот, посмотрите. Так, что продаем? Это что тут? Так, блин. В принципе, у тебя ни хрена такого нету. Что такое? Великая жизнь дорогого вождя. Книга плюс. Так, все, там, все легально, да, у него вроде как? Так, значит, смотри, вот этот засранец получается, да? И тут нормальный врач. Вроде бы как. Так. А, посмотри. Ой, министерство надо, что-то так. Беги, друг, беги. Вот мне это нравится, вот это, как они пофиксили, то, что он бегает, вообще обалденное. Что раньше он хер пойми как бегал. А, так, в смысле? Набрать номер. Министерство. Миссия за порядка. Поздравляем, вы успешно выполнили это сложное задание. На ваш счет пришла премия в размере 1000 долларов и 250 очков авторитета. Напоминаем, если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выписан штраф. Вы обязаны всегда находиться в доме и брать трубку. Даже если вы при смерти, вам все понятно? Да. Итак, вы избавились от нарушителей, теперь вам нужно опросить жильцов дома о гражданине Шиммере. Нужно установить, как к нему относятся окружающие. После опроса напишите на него характеристику. Приступайте к выполнению. Ага, если я буду выяснить, мне будет оставить на ваш штраф, честно скажу. Ладно. Так, опа, секунду. Мне кажется, или они... Или это у меня глюки начали. Тоже кажется, что они сверху вот меняют яркость, ну, переливается, или это у меня глюки уже что-то глаза что ли подухали. Так, что надо сделать? Просто поговорить, да? Все, пошли поговорим. Если просто поговорить, то это нужно. Что, Карл? Милый, мне нужна твоя помощь, я не могу найти большую кастрюлю. Все, смотрел, ума не приложу, куда она подевалась? Может, ее украли? Как думаешь, стоит вызвать полицию? Полицию из-за кастрюли, старой кастрюли. Не вздумай даже, скорее всего, ты забыл ее в старом доме. Ладно, раз так говоришь, может, поспрашиваешь жильцов про кастрюлю? Поди не откажет новому управляющему. Я сварю Марти компот и верну. Ладно, я спрошу у соседей про кастрюлю. Да, отец. Что-то надо. Не сделай, отец.
Что тебе нужно? Так, что-то сейчас. Я голос соображу. Давай так. Начались занятия по экономике, и нам выдали список литературы. Ну, учебники всякие, книги, по которым надо заниматься. Я зашел в книжный магазин, а там нет этих книг. И ребята говорят, есть у книги, у старьевщика на свободном рынке. Но цены огромные. Ты не мог бы поспрашивать среди твоих друзей, вдруг у кого-нибудь есть эти книги? Ты ведь общаешься с умными людьми. Ладно, подумаю, что можно сделать. Олег, надо что-то долго подумать. Да, может, драки поставить. Было бы прикольно, как на кубочку разных утра. Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. А, так. Что случилось, милая? Папочка, случилась беда. Найра пропала. Ее нигде нет. Кто такая Найра? Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты поможешь ее найти? Испугала меня, Марта. Где же ты с ней играла? Дома. Найра слишком маленькая, чтобы гулять на улице. Найди ее, пожалуйста. А, черт, ладно. А что такое? Что случилось? А, ну все, ладно, это задание обновилось. Так, кукла. Это я еще с Бетки, с Дэнки, вернее, помню, вроде она была тут. Сейчас посмотрим. Ага. Понятно. Что, Карл? Анна, не видела старую куклу, с которой играет Марта? Она ее не может найти. Вот почему она такая грустная. А мне боится сказать. Может, за шкафом лежит или под кроватью? А где шкаф? А вот. А, ёпт, вот это же кровать. Там что ж. Всё нормально. Так, успеть бы, а. Ну, тоже пойдёт. Хотя бы очки нашли. Во! Супер папа. Отвечаю, мы супер папа. На, доча, ты где? Во! Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. Как нам зовут твою куклу? Найра, она очень... Я очень скучаю. Ты найдешь ее? Я уже нашел. Вот твоя кукла. Спасибо, папочка. Я придумала отличную игру. Хочешь, расскажу? Найра будет шахтером, которого заводила в шахте, а я спасателем. Ничего себе игра. Может, лучше с кубиками поиграешь? Я построю шахту из кубиков. Молодец, шарит. Так, в соседней кастрюле найти Патрику книги по экономике. Блин, реально не помню, переливает тут. Вот тут едва заметно, чуть потемнее, чуть посветлее. Не может мне лампа же-то слепить? У меня уже руки такие начались. Так, лады, нам что нужно? Стой! Вернись, я все прощу, доктор! Ё-моё, у тебя же книги были. Ладно, так, хорошо. Женой Шиммера, ты кто? Роза Ранник. А, о, иди сюда, ты тоже нужна. Доброго дня. А, давай вот так. Хотел спросить про вашего соседа Клауса Шиммера. Не беспокоит ли он вас? Это во всех отношениях достойный гражданин. Помог мне достать бутылку замечательного хереса. Он хорошо разбирается в вине. Не то, что мой дед. Стой! Кастрюлька нужна. Доброго дня. Кастрюльки. Уважаемый, нет ли у вас в хозяйстве большой кастрюли? Жена свою стояла в старом доме, а дочь просит компот. Нет, милый, мы с дедом даем уже не столько лет. Нам большое не нужно. Я давно все в комиссионный магазин отнесла. Ладно, бабушка, спасибо. Обращайтесь, если будут какие-то проблемы. А может, у тебя есть? Она сама общаться не хочет. А это, наверное, жена, по-моему, Клауса. Опа. Отлично. Что там появилось? Это сейчас у нее кастрюля есть, наверное. Здравствуйте. Давай так. Как дела у вашего мужа? Он выглядел расстроенным? Он и правда неважно себя чувствует.
Но ему пришла посылка с фотопленкой. Класс очень любит фотографировать. Это поднимает его настроение. А, подожди. Здравствуйте. Давай по кастрюле. Я к вам с просьбой. Вы не нажите большую кастрюлю. Жена хочет сварить компот, а наша кастрюля потерялась при переезде. У меня есть подходящая кастрюля. Вот, возьмите, пожалуйста. Полезный персонаж с собой кастрюлю таскает. Спасибо, мы обязательно ее вернем. В этом нет необходимости. Мы живем с мужем вдвоем. Так вот, что она стоит без дела. Пусть это будет нашим подарком вам на новоселье. Что-то как-то не нравится мне голос, каким я ее озвучиваю. Так. Здравствуйте. Как же... Ага, ладно. Так. У него точно нет книг. Это я с демки помню. Если уже не нужна, давай вот так. Тучи сгущаются. Скоро меня обвинят в том, что табак, который продают, антиправительственный. Вы замешаны в какой-то истории? Все из-за этого дома. Я отказался отдавать его добровольно. И меня обвинили в ужасных вещах. А, Марк Раник, это ж еврей старый. Подожди. Да, пиши. Марк Раник, лучший рыбак. Хорошо. Даже предположим. Кто там приехал? Мне доктор нужен. А я могу отремонтировать? А, так она все 5 карт стоит. Давай все отремонтируем. Ладно, пока нету, но зато у нас отремонтировано, это уже как бы хорошо. Ой, ранник, стой. И что тебе нужно от почтенного работника архива? Стулья, нафиг новости, книги, нет. Да. Хотел спросить про Клауса Шиммера. А почему вы интересуетесь? Давай скучно. Я ничего не знаю такого, чего бы вы и сами не знали. К тому же, пустое любопытство, гнусный порог. Был у меня сослуживец, вечно совал нос в чужие дела. Да в справке. Ага, намек ясен. Сослуживца, потому он и был, видимо, да? Мне пора идти. Идите, у вас молодых много дел. Так, хорошо, подожди. Главное не простыкать. Так, она просит взять деньги, судя, чтобы взяли, найти Патрик, книги, кофе, ноги. Доктор, ты? Сына Патрик зовут? Ой, доктор, иди сюда. Да, не хочу. Что значит, ты не хочешь общаться? Добрый день. Я заглянул познакомиться. Карл, управляющим этим домом. Какая честь. Я Лоди Шпак, доктор. Вы наверняка про меня слышали, не могли не слышать. Весь город гудел. Ладно. Не стоит мне говорить, я выполнял свой долг. Всего лишь долг. Это замечательно. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Да что вы, какие у меня могут быть проблемы? Так, мелочи. У вас столько дел. У вас все хорошо? Ох, и не спрашивайте. Сношусь как белка в колесе. От пациентов нет отбоя. Вы доктор? Самый настоящий, не сомневайтесь. Вылечу даже здорового. Че бы такого не лечить? Я бы сказал, особенно здорового. А образование у вас есть? Обижаете. Я всю жизнь посетил лечение людей. Ваши сомнения меня ранят в самое сердце. Извините, работа нервная. Голубчик, разве так можно? Вот вам проверенное средство для расслабления. Только соблюдайте меру. Только то, что ли подсунул? Ой, вискарик, хорошо. Это, стой. Добрый день. Блин. Чё я туплю? Работник архива, бляха-муха, так у кого ж что может быть?
книги, кроме как у него. Давай. Чё я затупил-то, а? Какая дверь его? Стой. А, напишу. Примись. О, давай, подключу. А, вот директива-то, ё-моё. Безровная вода запрещенная, по нам один. Что такое-то? А чё за жизнь за нами становилась происходит? Слушай, мне не... Блин, не ты мне нужна, стой. Блин. Давайте я в другую сторону камеру иду. Очень странные звуки доносятся из их квартиры. Вы там что делаете? Кроликов пародируете? Ой, подожди, вот кастрюлька же. Жена, Джем. На, кастрюля. На. Что, Карл? На. Карл, ты нашел кастрюлю? Я уже все приготовил для компота. Да, Мария Шиммер. Да, Мария Шиммер из первой квартиры выручил нас. Смотри, сахар не жалеет для компота. Я в прошлый раз, он был больше на воду похож. Он был похож на воду, потому что у нас не было ни сахара, ни яблок. Компот, по-моему, в принципе варится. Сахар, яблоки и вода. Я не виноват? Я не виноват в том, что ты не смог достать талон на сахар. Ну, милая, не расстраивайся. Теперь твоего сахара достаточно. Так, пацан. Пацан. Так, давай напишем характеристику на Шиммера. Наверное. Донос? Нет, это, наверное, характеристика, да. Пошли писать. Вот, характеристика. А, гражданин. Вот тебя как зовут? Шиммер, да? Клаус Шиммер. Проживаешь в квартире, хер его знает какой. Квартира. А, подожди, уже. Квартира номер один. Мужское семейное положение. Проживает. Профессия. Кто-то там, по-моему, табак, да? Продавец табака, да. Продавец табака. Что он делает? На, играет, пьет, фотографирует. Красавчик. О, приняли, а? Штяк. Собак совпал, да? Возьмите министерство, я читаю с выполненным задании. Хорошо. Чё, подожди, доктор, чё это не хочет? Нет, доктор хочет. Блин, они книги. Ладно, давай пока позвоним. Звоним, позвоним, не знаем. Наберем! Министерство! Министерство порядка. Что время для решительных действий, товарищ Карл. Вам необходимо выселить из дома Клауса Шиммера. Подожди, давай так. А что будет с его женой? Нас она не волнует. Действуйте так, как считаете нужным. Алло, ёп, чё так? Десять сорок часов, ладно, спасибо. Ладно, 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 я никого не дурак. Охерли сделать. О, доктор, иди сюда. Тебе чё надо? Стой, доктор. Доктор! А! Шил ниже может спуститься, иди сюда. Добрый день. Вы хотели поговорить? Да, у меня есть просьба личного характера. Я бы даже сказал, невероятно личного. Я внимательно слушаю Алозий. Силу своего рода занятия. У меня совсем нет времени на устройство личной жизни. Спасая людей круглые сутки, знаете ли, исполняя свой долг перед обществом. Может, я уже заколебался про свой долг, он должен быть вся. Сложность еще и в том, что я понимаю, что мне сложно сказать, но я до крайности застенчив в общении с противоположным полом. Теряюсь, краснею и даже, страшно сказать, потею всем своим невероятно одаренным телом. И что же я могу вам помочь? Достать для вас дезодорант?
Вы явно разбираетесь в общении с женщинами. Я так одиноко. Найдите мне женщину, Карл. Хорошую женщину, чтобы скрасила мои вечера и разнообразить рацион. Бляха. Ну давай, иди рассказывай. Чего вам? Я посмотрю. Разрешите представиться, я Карл, управляющий этим домом. Джонс Папанеда. Боцман на угольной барже 203487. Я сейчас готовлю к длительному рейсу. Поплывем за границу. Пока стажировку. Пока прохожу стажировку в комитете внешних дел. Буду жить в вашей каземате. Что за обучение? Обязательное обучение для всех выезжающих за границу для работы по рабочим вопросам. Проходим антипропагандистскую подготовку. Вы один? Да, я живу один. Так, наверное, тогда ты хочешь. Есть предложение. Времена нынче тяжелые. Все крутятся как могут. У меня тут есть товар. Консервы рыбные. А ты тут в округе всех знаешь. Найди кому их продать. И я хорошо заплачу. Так. Давай договорились. А, договорились. Постараюсь пристроить ваши консервы. А, отлично. Вот ящик 50 банок. Одна банка оптом идет по 60, а на рынке по 100. Значит, за ящик 3000. Ты продаешь минимум на 3000 и отдаешь мне деньги. Все, что сверху, твоя прибыль. Я оценил мою щедрость. Ты, бляха, вообще щедрый. Да, хорошо. Бляха, опа. Нам работник архива нужен, край конец. Вот дрых. 10 часов, пора вставать! Министерство порядка отмечает нарастающее увеличение. В смысле, так я же это читал. А, вот. Молодая красивая девушка с активной гражданской позицией познакомится с состоятельным мужчиной для серьезных отношений. Звоните. Хорошо. Так, хорошо. А, о, иди сюда. Вот это мне и нужно. Меня там жена к ней не пустила. И ждать тебе нужно от почетного работника архива. А, вот. Давай вот так. Гражданин Марк, вы образованный человек. Дайте мне совет, где можно найти учебника по экономике. Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Остается библиотека, но там очередь. А чем вам библиотеки не нравится? Там хорошо идти игра. Самое место для молодого парня. Да я ж тебе то, что сказал, блин, там очередь. Делать вам нечего, деньги тратить на книги. Спасибо за совет, но боюсь, сыну он не понравится. Бляха, а может лучше сначала помочь надо? А потом уже можно будет с ним про книги разговаривать. Ладно, валить. О, какой-то даже кто-то ходит. О, слушай, может я ошибся? Здравствуйте. Класс, образованный человек. Где можно найти учебники по экономике? Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Остается у меня. О, сейчас библиотека мне хорошо знакома. Там не только учить, но нужно понравиться библиотекарям, иначе они выгонят из зала без объяснения причин. Но я могу вам помочь. У меня есть книги, которые остались с прежних времен, когда я работал в бюро подсчетов. Буду рад, если они помогут вашему сыну в образовании. Я уверен, что высшее образование должны иметь все люди. Жаль, что мало кто придерживается этого мнения. Во? Спасибо. А, что там? Что тебе нужно? Скажите мне прямо, Карл, что вам дали задание следить за мной? Смысл. Ничего мне не давали. Давай попробуй. Чего нет там? Вам следует быть осторожнее, товарищ Клаус. Скажу прямо, мне поступило распоряжение выселить вас из дома. Что? Они хотят выселить меня? Моего дома? Немыслимо! Я бы давно уехал из этой чертовой дыры, если бы мог. Ладно, мои проблемы вас не волнуют. Спасибо, что предупредили. Что вы намерены делать? Я хочу вам помочь. Почему вы не можете уехать из города? Это очень подозрительно, Карл. Какое вам до меня дело? Короче, давай. Я спрашиваю не из пустого любопытства. Я действительно хочу вам помочь. Вокруг меня одна травля.
Трудно поверить, что кому-то есть дело до моих проблем. Меня распределили в табачную лавку, в эту крошечную деревянную будку, в самом злачном месте у рыбного рынка. У меня забрали открепительный лист. Без него я как собака на цепи, сами понимаете. Карл, уж вы-то должны знать что-то про такие вещи. Это документ, без которого нельзя попасть на стратегически важные объекты и выехать из города. Для меня закрыты вокзалы, порты, дороги с бесконечными КПП. Вы мне не поверите. Официальный ответ в министерстве. Документы переданы в архив для обновления данных. Говорят, забирайте из архива. Да смотри, кому слегка есть. Я приходил в архив, но там говорят, что документов нет. Я неделю ждал очереди контролера, чтобы подать заявление на розыск. Через 2 месяца пришел ответ, что заявление написано не на том бланке. А нужные бланки закончились. Чертовщина. То есть, документы потерялись в архиве? Да, документ точно в архиве. Говорят, что типичная схема для сведения посетителей с ума. Даже не знаю, шучу я или нет. Министерство распределения с чистыми руками, а с архивом ничего не поделать. Посмотрим, что можно сделать с вашим открытым листом. Иди сюда. Кстати, нужно от почетного работника архива. Догадайся. Давай туда. Дед, ты в архиве работаешь? А твое какое дело? Без меня небось знаешь, что да. Помощь твоя нужна. Хорошему человеку из архива не выдают бумажку одну. Это какому такому человеку? Хорошему не документы не забирают в архив. Ты мне лапшу-то не вешай на уши. Ты задрал. Речь идет про Шиммера из первой квартиры. Он в опалу попал. Отобрали у него открепительный лист, и теперь он как на цепи. Да, что-то мне не нравится. Работает в лавке табачной, а ни разу не гасил меня табаком. Ах ты ж еврей, ты старый! Если не угостили табаком, что, не нравится, что ли? Ты падла. Ладно. Да он от страха так себя ведет. Хамит всем. Помоги, дед, принеси его открепительный лист. Без него им не жить, сам понимаешь. Ладно, но с тебя бутыль виски. Если её мне не дадут ходу к конфискованным документам. Да на, держи, стой, вискарь, держи. На. Вот бутылка, дед. Только не буянь. Хороший выбор. Скажу за бумажкой, так и быть. Приходи позже. Так, погнали. Патрик, пацан. Босс, ты где? Сына. Алло, сына, ты где? Нет. Дочь, жена. А сын ты где? Ладно, тут, надо. Конечно, надо его выселить как-то грамотно, чтобы он сейчас свалил. Время есть. Даже невыгодная бляха. Надо его как-то сдать будет красиво. Подожди. Убежал, да? Продать можно, продать можно. А, бумаги, пожалуйста, хорошо ждем. Нам нужен пацан наш. Хера тут такая многоходовочка, да, получается? Смотри-ка, как все завязано, повязано, все красиво, грамотно. Пацан, иди сюда. В смысле, ты с отцом разговаривать не хочешь? Давай. Я тебя стараюсь, пацан. Да, брат, конечно. Да, отец. Отец, ты не смог узнать про книги? В этой книге целая стопка. Ничего себе, теперь я уж возьмусь за дело. О таком богатстве я и не мечтал. Можно не ходить в крысятник. То есть в библиотеку. Одевайся, сына, молодца. Так. Это еще наш пацан. Подожди. Бляха, как много дел-то у домработника, охереть. Давай позвоним. Телефон кто помнит? Все отлично. Я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Карл. Я звоню по объявлению. О, как интересно. Расскажите о себе. О, нет, я не для себя. Я для товарища. Он настолько несколько застенчив. А потому я немного помогаю его в личных делах. Вы готовы познакомиться с непревзойденным доктором? Доктором? А как его зовут? Алоизий Шпак.
Это тот самый, о котором писали газеты. Мне нужно подумать. Давайте я вам перезвоню через пару часов. Хорошо? Спасибо, буду ждать звонка. Хорошо, 2 часа. Думаю, 8 часов позвоню. Звоните. На уроки, урок по литературе. Так, ладно. Ты не будешь сидеть там. Что надо сделать? Консервы, значит, с консервами надо придумать. А значит, с консервами реально думать. Потому что если мы отдадим консерву бабке, она типа продаст, типа травится и так далее. А ты звонишь? О, хер там. Что пошло? А, сюда. Алло, Карл? Это Клара. Вы звонили 2 часа назад. Я согласна встретиться с вашим доктором. Передайте ему мой номер и кодовое слово. Клубника со сливками. Записали? Буду ждать его звонка. Блин, клубника со сливками. Хера себе. Так что, с тобой когда базарить? Купите марка Райки, документы решительные. Вы купите. Много лет. Честь. Товарищ еврей. Ждать мне нужно. Да. Нет, не то. Значит, рано. Наверное, у него восклицательный знак появится над головой, когда все будет готово. Так, надо что-то как-то с этим, бляха, придумать. Парить. А, алузи мне нужно все-таки, да, алузи не было. Ладно, и еще вы знаете, когда игра сохраняется. После квеста вроде как. Ладно. Давай, мужики, вы где? Ладно, я думаю, давайте на сегодня будем. Блин. А, вот сохранение. Как оно вовремя, да? Ребят, давайте тогда мы на сегодня прервемся. Я постараюсь... Ох, это появится, наверное, что-то это сообщение для нас. Тысяча серия, давайте постараюсь я поискать просто изменение голоса, он что будет поприкольнее. Если нет, то будем также корячиться. Тем не менее, все равно прикольнее, чем одним голосом. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репост. Всем удачи, всем пока.